Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня мы с вами делаем суп-пюре из цветной капусты. Конечно же, для этого нам понадобится цветная капуста, картошка побольше, морковка поменьше и курочка. Курочка у нас это был куриный бульончик. Курицу перемалывать я не буду. Я ее оставлю кусочками. Мы ее так съедим. От нее бульончик, он стоит у меня отдельно. Также, конечно же, у меня уже все тут готовое. Уже отварила все. И как мы чистили картошечку, вам покажет мастер-класс мой сыночек маленький. Смотрите. Сися, завела иголку. Мама. Я чистил? Так, наш с вами суп-пюре из цветной капусты. Мы чистим с вами картошечку. В этом мне поможет мой сыночек. Сыну 2 года и 10 месяцев. Да, Дима? О, все. Он сколько начистил? Одна только моя. 3 штуки, 4-ю сейчас дочищает. О, все. Все, клади ее туда в тарелочку. Еще надо. Маленькая. А теперь маленькая, это одна единственная была большая, да, сына? Так, теперь нам понадобится такая у меня чаша от блендера. И теперь в эту чашечку мы с вами кладем наши почищенные картошечки. Так, сейчас я... Так, наш бульончик заливаем туда. Поскольку у нас с вами блендер не справился, то мы будем все это погружным блендером делать. Все это берем, перекладываем в кастрюльку. Все-таки этот блендер больше подходит для жидкого. Для всяких коктейлей, вот мы раньше на нем делали. А такой вот, нет, вот он, ну не получается у него это делать. И все это перемалываем уже погружным блендером. Thank you.
Так, ну вот смотрите, почти уже все. Блендер пошел отдыхать. Он уже у меня нагрелся. Вот так у нас все перемололось. Может быть, я потом, не знаю, когда он отдохнет, еще раз попробую. Но, в принципе, мне нравится то, что немножечко есть небольшие кусочки. Вот, мы, в принципе, любим так вот. Такой вот больше консистенции. Немножко попадаются побольше кусочки. Вот. Ну, ничего. В принципе, кстати, очень-очень обалденно просто. Вкусно. Так. Это надо убрать пока что. А, цветной капусты понадобилось, наверное, где-то 0,5 килограмма у меня ушло. А, картошины, в принципе, вы видели, сколько я там положила. Штуки 4, что ли, по-моему. Вот. И морковки где-то 3. То есть вот тут вот еще цветная капуста у меня осталась. В принципе, уже достаточно. Получается довольно много. Вот. И даже, в принципе, еще бульон остался. Бульон сейчас мы понемножечку будем добавлять, чтобы он получился не кашей больше, а больше как суп. А курицу мы потом на кусочки я порежу и буду добавлять сбоку, с краешку, наверное, в супчик. Вот так вот. Ну, немножко, да, где-то кусочки, где-то что-то. Но, в принципе, ребенку 3-летнему как раз нормально, потому что ребенок у меня как раз учится жевать еще только. И, в принципе, я хочу, чтобы у нас суп был немножко с комочками, потому что когда полностью перемолотый, он потом перестает у меня жевать. А так он хоть продолжает жевать. Вот. Ну так, наверное. Вот сейчас перемешаем достаточно. Оранжевенький как раз получился, как я и хотела. Ну вот смотрите, вот такой у нас с вами получился супчик. Суп-пюре. Очень, кстати, вкусный, обалденно просто вкусный. И именно вот эта вот цветная капуста, хоть ее было добавлено не так уж и много, но она прям очень классно чувствуется, она просто обалденно вкусная. Мне прям понравилось очень-очень сильно. Такой он очень, смотрите, аппетитный, красивый. Немножечко там некоторые плохо промололось. Ну, к сожалению, у меня устал мой блендер, поэтому... Как бы вот так вот. Очень вкусное. Сыну тоже очень понравилось. Вот. Ну, также еще там по бокам мясо ему положила. Кусочки курочки. Здесь уж не стал. Мне кажется, вот так вот выглядит, в принципе, очень-очень красиво. Даже, мне кажется, именно вот так под углом. Очень вкусно. Готовьте вместе со мной. Попробуйте обязательно его приготовить. Да, также еще, кстати, сухарики можно добавить. Вот. Мясо там, грибочки, что-нибудь еще. Суп-пюре, мне кажется, можно приготовить из чего угодно, и будет всегда вкусно. Смотрите мои рецепты, готовьте вместе со мной. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Смотрите другие наши ролики, влоги, путешествия и много-много всего интересного. И всем пока-пока!